Даже выходной Вероника Люшкевич часто проводит в лаборатории, ведь невероятные открытия не происходят по графику с 9 до 6. Вот уже больше 10 лет девушка работает в Институте физики. Изучает, как практически космическое вещество, плазма может помочь на Земле в сельском хозяйстве. Благодаря уникальному свойству не термической плазмы, а это наличие заряженных частиц, активных компонентов, невысокому уровню ультрафиолетового облучения и электромагнитных полей, она позволяет одновременно стимулировать биологические объекты, а также оказывать стерилизующее действие, что очень важно и необходимо, например, в пищевой промышленности, в медицине, а также в сельском хозяйстве. Плазменная обработка семян – это экологически безопасный и эффективный способ регулирования роста и развития растений, их урожайности. Эксперименты подтвердили, при помощи плазмы можно существенно повысить всхожесть семян, ускорить их прорастание, увеличить продуктивность растений и качество продукции. Еще одно преимущество такой технологии – всходы приобретают высокую устойчивость к внешним стрессам и болезням, что в свою очередь позволяет использовать меньше химических препаратов, которыми обрабатывают растения. Главная задача, которая сегодня стоит перед Вероникой – масштабировать проект, чтобы из этих маленьких пробирок технология выросла до производственных объемов. При обработке плазмы происходит стимуляция вторичного метаболизма в клетках семян. И образуются активные радикалы, которые запускают биохимические реакции, стимулируют выработку гормонов в семенах, и таким образом происходит активация всех запасов семени для их дальнейшего роста. В этом году перспективный проект привлек большое внимание. Девушка стала лауреатом конкурса на соискание премий для молодых ученых Академии наук Беларуси. Главная задача – поддержать талантливую молодежь. В нашем институте физики имени Степанова Национальной академии наук больше 70 молодых ученых в возрасте до 35 лет. Это будущее. Это уже настоящее нашей науки, и это будущая элита нашего белорусского общества. И мы их высматриваем, выбираем, агитируем, начиная иногда со школьной скамьи, иногда с лицеев. У нас предусмотрена для всех молодых ученых обязательная 50% надбавка к зарплате. Конкурсы, гранты, стипендии для поддержки молодых ученых действуют и на уровне республики. Получить шанс на реализацию своего проекта может каждый. Очень важно своевременно поддерживать молодых ученых и дать им возможность для демонстрации своих научных разработок. Для Вероники премия Алферова – отличное подспорье для дальнейших исследований. А еще хороший знак – проект актуален и нужен, а значит, следующие выходные девушка вновь на работе. Ведь наука не ждет. Дарья Седун, Анатолий Бояринцев, СТВ.